Продажа субсидированных билетов для магаданцев уже началась. Этот вопрос обсудили на заседании правительства Магаданской области. Льготные билеты предоставляются колымчанам, которые летят по маршруту Магадан-Москва-Магадан. Чтобы воспользоваться льготой, гражданин должен иметь прописку на территории Магаданской области. На реализацию программы Дальневосточному федеральному округу выделено 5 миллиардов рублей. Магаданской области из этого бюджета предусмотрено 381,8 миллионов рублей. Это позволит колымчанам приобрести 18 тысяч билетов в обе стороны или 36 тысяч билетов в одну сторону. Представленный вариант покупки билетов, самый простой вариант, да, обращение в кассы через агентство. И далее в левой стороне презентации представлен алгоритм, как купить билет на сайте Аэрофлота. Ключевым моментом является то, что в течение 7 дней можно купить билет, из которых 5 дней после обращения покупателя через сайт и предоставления скана документов Аэрофлот проверяет в течение 5 дней. Если вся информация в документах гражданина подтверждена, магаданец может выкупать свой билет. Также при его оплате можно использовать ваучер. Губернатор Магаданской области дал распоряжение, чтобы при покупке билетов не допустить возникновения жалоб у граждан. Разберитесь, будут замечания, будут жалобы, я с вас прошу по-другому. Кормить я положу в сторону, прошу по-другому. Специалисты отметили, что кассы продажи авиабилетов «Аэрофлот» на территории Магаданской области должны начать свою работу с 1 марта. Но компания выставила некоторые требования по оформлению авиакасс. Несмотря на это, губернатор Колымы распорядился, чтобы очная продажа льготных билетов открылась в срок.